Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, шапке профиля, Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал Аграфина Таро. Сегодня у меня гадание, что хорошего вас ждет до конца лета, любовь, деньги, как удача, какие-то сбыча мечт, выздоровление, шанс. Давайте исследуем на эту тему. Что вообще такое? У нас сюрпризы какие-то. Первый, второй, третий вариант, как всегда, вы выбираете. Либо по рубашке, либо по вот этому какому-то знаку. Кто-то любит цифры. 1, 2, 3. Так и выбираете. Итак, первый вариант. Кто выбрал первый вариант? Будем задавать специфические вопросы. В каком потоке вы сейчас находитесь? Что, собственно, с вами происходит? Давайте так. Вы не можете понять свои перспективы, цели, куда стремиться. Возможно, занижаете свои амбиции, то есть где-то отказываетесь от того, что вы как вы считаете. Либо вас кто-то приземляет, говорит, что ну, то ты слишком загнула много, загнул, слишком много хочешь, не сейчас, откладываете что-то, что-то такое, вау, на долгие годы. На неопределенное время что-то откладываете и откладываете. Итак, как вы чувствуете себя сейчас? Вот вокруг вас любовь, что, любовь, отношения, раздражение, все не то, все не так. Люди заходят на вашу территорию, пытаются вас как-то провоцировать, критиковать. Если это молодые люди, то ну, ни о чем. Вот эти всадники мечей, да. Это критика, это не безосновательная критика. Люди просто, которые любят заводить скандалы, всякую наводить критику, в общем, создавать стрессовые всякие ситуации. Ну, вот так, такие ощущения. Тревога, тревога. Что хорошего вас ждет? Давайте так, до конца. Существующие отношения, нынешнее положение. Давайте так, бывшие. Что на... Давайте карту на них. О, вау, вау. Колесо фортуна. Неоднозначная карта. Поскольку мы ее выложили на бывшего, возможно, действительно, бывший вернется. Возможно, не тот, который думаете, о котором вы так долго думаете. Это бывший, который вообще из вашей судьбы какой-то всплывает. Может, вы даже о нем забыли. И вас это счастливое прошлое. Потому что колесо фортуны говорит о счастье. Только о счастливом. И когда оно поворачивается, то есть человек, которого, может, потеряли где-то очень давно. Или вообще вы с ним общались очень мало. Потому что колесо фортуны, ну, это что-то мимолетное у вас было. Может быть, конечно, тот бывший, на которого, который есть жизнь, наверное, у каждой, да? Который... Много времени потратили вы на него, силы, долго думали. Может быть и так. Но колесо фортуны – это новый уровень, то есть человек, которого вы, может быть, не узнаете. Либо у вас появятся новые обстоятельства. Может, кто-то жена там глубоко. То есть вам дают шанс с тем, что уже есть. А может быть, это ваши скучные какие-то отношения, на которые вы уже давно положили. Там муж какой-то или сожитель. Вот. И тут бах! Везение. Ну, в чем оно? Давайте на новых. Что-то в новых отношениях. Будут ли они? Что-то будет приятное там. Ух ты! Ну, в общем, хорошо, а девка как засватана. Исключительная карта. Причем вот так вот туз кубка. Это говорит о том, что у вас может быть много новых отношений. Как из рога изобилия они льются, плюс колесо фортуны. Этому способствует и бывшие. Ну, может быть, бывший приведет с собой. Какие-то друзья, или какое-то общество, где вы попадете. У вас будет и новый, и старый. Причем я бы сказала так, что все-таки туз кубков, он более эмоциональный и более перспективный для отношений. То есть по тузу кубков я бы делала ставку больше на новое, которое действительно от избытка чувств идет. Это источник энергии, это источник позитивной эмоций, радости жизни, здоровья. Ну, вот так вот. Что
Какие события вас ждут позитивные, да, что в вашей материальной сфере, ваш, как она выглядит для вас, в чем вы перестанете особенно контролировать, возможно, ваши расходы, доходы, какая-то, может быть, отказываетесь от каких-то усилий. То есть я рассматриваю это только в позитивном ключе. Расстанетесь, возможно, что расстанетесь наконец, откажетесь от каких-то ненужных расходов или обременений, как кого-то содержать или кому-то давать деньги, или наоборот, избавитесь от человека, который вас контролировал в связи с деньгами. То есть у вас появляется свобода, вот, потому что у нас тут в чем позитив вашего финансового положения? Что вы никому не привязаны, никем не управляете, то есть какая-то окончательное решение, хоть оно будет, может быть и трудным. Что у вас в вашем обществе, в ваших каких-то дружеских... О, белая карта. Исключительная карта, смотрите. Такой вариант счастливый. Говорит о том, что вы, вот как будто вы по этим картам и по этим обновлению вашего статуса социального, причем по тузу кубков, по колесу фортуны, говорит о том, что вы возвращаете в себе все, что вы потеряли также, да, и ваш шанс идти выше, блистать в каком-то обществе, потому что это проявление новых талантов, влияние на людей, поскольку эта карта выпала в социуме, исключительно позитивное влияние на людей своим каким-то талантом. Давайте посмотрим для ваших ума, интересов, талантов, что наступит. Вестник Жезлов тоже продуктивный период. Может быть, все-таки будет энергия, будут какие-то хлопоты, у вас будет вдохновение. Пока не ясно, возможно, что это просто прилив энергии. Я так все-таки вижу источник в личной жизни и в том, что как вас воспринимает общество. Возможно, что эти события связаны между друг другом. Ваша новая звездность в этом обществе и ваши поклонники, да, которые вот вы выбираете. Поэтому источник. Можно порваться старыми какими-то там людьми, которые надоели вам. Появляется творческое вдохновение. Что еще хорошего будет происходить просто как на событийном плане? Вы обретете равновесие, возможно, получите также, если у вас есть какие-то суды, дрязги, какой-то важный документ, который вас успокоит, да, который решит ваш вопрос, вашу пользу. Это будет государственный какой-то документ, возможно, то есть полное устройство вот бумажное всех ваших дел. Ну, давайте что еще? Также это выигрыш как к суде каком-то. Получение какого-то статуса, может быть, в государстве в каком-то, в котором вы хотели вот именно от чиновников получить какую-то бумагу, которая дает вам уверенность в себе. Вот это вы получите обязательно. Всякие там разрешения, справки, все это будет в вашу пользу. Ну, давайте так, самое знаменательное событие, в какой сфере, да, мы заметим, и что это будет в зависимости от... Ну, самое главное за это, что это любовь, деньги, это двойка жезлов. У вас предоставляется момент в жизни, скорее это момент творца, когда вы можете, у вас много вариантов, которые вы уже наработали их, вы работали жезлы, то есть то, что вы вкладывали, вдыхали жизнь в это все. Вот, вы стоите, единственное, что вам надо, ну, как бы, поторопиться все-таки сделать выбор, пока вот эти варианты все есть. Исключительный вариант, потому что тут белая карта, тут колесо фортуны и туз кубков. Скорее указывает очень важное, что вам надо выбрать направление, с кем общаться, с кем быть. От этого очень сильно зависит ваша судьба. Ну и выбирайте, конечно, выбирайте, наверное, сердцем, потому что туз кубков все-таки тут самая сильная карта и карта справедливости по любви. Вот тут вот карта говорит, что но тут будет и любовь, и деньги, справедливость. То есть вы придете к тому, что вам надо быть с тем,
с кем вам спокойно, с кем вам у вас какие-то упорядоченные отношения, да, оформленные. Вот скорее так. Это, я бы сказала, период вашего какого-то триумфа. Пусть он пока не... Нельзя сказать, что это очень материальные какие-то большие блага, но огромное будущее здесь и стабильность. Стабильная радость жизни, где все устроено. Комфорт, люди, инсайты по белой карте, энергия, здоровье в первую очередь. Смотрим тут, что сейчас вы ощущаете. У вас много тайных задумок, кроме того, у вас вокруг люди или какие-то предчувствия, которые вы с трудом расшифровываете, не понимаете. Возможно, какая-то подозрительность у вас есть, какие-то, может быть, сны, которые вы не можете расшифровать. То есть интуиция вас, с одной стороны, и запутывает, а с другой стороны, вы погружаетесь в какую-то мистику, в тайны, разгадки этих тайн. Вот еще интересно это. Прямо для тех, кто занимается магией, астрологией, это прям ваша карта. Все, погрузились вы в свое любимое дело. Что можно, что будет вообще для вас происходить вообще вот вокруг, как вы это... Вы знаете, вокруг вас прямо все вот материальные люди. Люди, мужчины, кстати, деньги, порядок. Все это то, что вам в этом... Ну, везет расставить все точки над «и», связанные с вашими доходами, с вашими закончить какие-то ремонты, обустройство недвижимости. То есть вот это вот все чрезвычайно позитивно, даже желательно этим заниматься. Давайте ваша личная жизнь. Что, в чем удача в личной жизни? У нас удача иногда в моменте в том, что вы не включаетесь эмоционально. Вы в эти отношения не будете включаться. У вас вы рассматриваете отношения на дистанции, вот скорее. Вы не включаетесь. Вы много пережили эмоции, и теперь больше вам подходит вот как дружба, без каких-то, где-то бесчувствия. Но вам это будет нравиться. Что будет происходить? В сегодняшних отношениях, бывших, давайте спросим, за бывших, нет, бывших тут не будет. Вы давно уже исчерпали, недавно уже исчерпали лимит вашего интереса, доверия. Даже вспоминая о них, вы будете ощущать себя, что они вам не интересны. Никакой любви, никакой, ну, нет их, бесполезно что-то. Это пройденный этап. Что будет происходить в новых отношениях? Будут ли новые что-то в любви вас радовать? Очень интересно. Вы попадете в любовном треугольник, но вы в нем быстро очень выиграете. До конца лета у нас игра. Я хотела сказать игра, расклад. Кроме того, если это у вас брак, то это появление ребенка. Зачатие уже, ну, уже какой-то срок, там, 3 месяца, 2 месяца, то есть ощутимый. Речь идет для тех, кто ищет новую любовь, думает о ней, у вас будут варианты, и вы будете выбирать из. Причем счастливый вариант. Кто это? Ну, давайте подробнее, что именно вас так вот, что это будет такого хорошего в этом? Это будет очень эмоциональная связь. Так. Но вы кого разобьете чью-то пару. Не знаю, может быть, вы даже как бы не думаете об этом, но вот так вот. Потому что вас выберут, потому что, ну вот, вы лучшая. Вот так вот. Может быть, это ваш старый какой-то, кстати, любовник, который долго был, у которого на хвосте кто-то болтается. Все. Это будет, ну, для вас счастье. Давайте так, что будет происходить в ваших каких-то материальных делах, насколько там поищем карты какие-то. Материальная карта есть, она идет, однако она идет шаг вперед, шаг назад. Будут и траты, будут и доходы, но все равно очень... Это две материальных карты. Ну, вы любитель где-то
заработать, потом бросить все эти деньги, прогулять, что-то купить, а потом опять зарабатывать. То есть у вас вот такая вот круговерть. Ну, все равно мы ищем дальше социальное окружение, что у людей, что тут приятного? Болтовня, сплетни. Где-то посплетничать с человеком, которого рот не закрывается, женщина, болтушка, что вас не сближать будет. Какой-то новый интересы, кубки вас будут за чашкой чая, за рюмкой чая будут вот такие вот беседы, веселье, радости. Радости, ничего не делания, они тоже должны быть в нашей жизни, правильно? Поболтать. Что будет в сфере ваших обучения, ваших интеллектуальных, творческих процессов? О-о-о! Ну что, тут занятие мистика. В первую очередь, карта хорошая, однако ваше творение будет идти через вашу, может, какую-то драму личную, какую-то недосказанность. Началось с отшельника. Ну, вот, через Луна — это чрезвычайно творческая карта, однако она наполнена драмой, подозрениями, какими-то, может быть, мрачными картинами. То есть, если вы творите, если у вас какие-то особенно исследования, касающиеся каких-то человеческих страстей, каких-то пороков, тайн, вот самое то. Также удача вам в магии, особенно вот той магии, которая не боевая, тайная, там, где нужна тайна, скрытость, то есть творить для себя, опутывать кого-то своими чарами или вот такая вот карта. В чем ваша удача? В том, что вы к этому тяготеете. Видите, кстати, у вас, возможно, эта ситуация трое, да, соперники, это где-то участвует ваша способность очаровывать, ваша способность применять уже на деле ваши какие-то тайные знания. Ну, что можно сказать вообще, какое, что какое-то событие, в какой сфере вас обрадует вообще, что это будет, что, в чем это можно сказать. Вы достигнете, переделаете очень много дел. То есть все же, что бы вы ни брались, очень быстро все решается. Вы быстро, тут и путешествия, тут и встречи, тут и деловые, кстати, жезл опять, это деловая активность, это контакты новые, это, то есть вы идете очень быстрыми шагами, то, что раньше усилия большие для вас были, сейчас это будет легкая-легкая, быстрая дорога. Ну, давайте итог, да, карты. Насколько вы этим, ну, вам дорожная карта, у вас открываются какие-то перспективы, вы их нащупываете, да, вы победа в любовном треугольнике. Но, ну, я так понимаю, что это еще карта больших возможностей, мир. То есть у вас открываются многие пути перед вами, и это не обязательно пути на земном шаре, это могут быть абсолютно, то есть раскрываются очень много вариантов, вы можете одновременно по всем по ним идти. Тут шестерка. Также открытие способностей. Кстати, в плане открытия путей, открытия дорог, открытия новых возможностей. То есть к вам потекут люди, которыми вы уже наконец. Ну, тут очень магическая карта. Хорошая карта для тех, кто в магии. Вы открываете себе все новые и новые силы, влиять на людей, очаровывать разные способности, такие и в разных тайных знаниях. Это может быть, да, лечение, и любовная магия, и соблазнение, и какие-то магия на удачу. Пользуйтесь моментом. Третий вариант. В чем ваша удача? То есть, вот, в чем третий? В чем он сейчас? Человек девятки кубков. Наслаждайтесь жизнью. Ну, где-то на бытовом уровне, на уровне общения. И вы берете вот максимум от сегодняшнего дня. Рядом с вами какие-то близкие люди, может быть, ваша любовь. И вам хорошо вот так, в моменте. Эмоционально вы вышли на такое вот состояние. Что можно сказать в целом, куда все движется у вас? Так, туз мечей еще и перевернутый. Вы понимаете, что над вами нависла какая-то ситуация, которая, ну, которую надо будет очень быстро разрешать. Это надо будет очень
быстро разбираться, и что идет вот какая-то передышка перед каким-то очень-очень напряженным моментом. Вот вы это чувствуете, что вам надо будет собраться. Это могут и перемены очень серьезные, жесткие быть. Какого рода? Сейчас давайте узнаем. Что-то тут у нас такое. Давайте про личную жизнь спросим. Про существующие, бывшие отношения. Что можно сказать о них? Четверка чаш. Ну, это карта неплохая для тех, у кого брак. То есть какой-то прилив чувств, новых интересов, новых взаимных каких-то дел. У вас найдутся общие точки соприкосновения. Вы начнете активно сближаться. У вас общие эмоции есть такое вот. Для остальных скорее спокойное расставание с прошлым, где вы бывших, ну, отпустили. Если это не брак, то вы спокойно к ним относитесь. Что можно сказать о новом чем-то? Что будет у вас какие-то в отношениях что-то новое? Какое новое? Или рыцарь Пентакли перевернутый. Отношения, в которых вы эмоционально не вкладываетесь. Да, это может быть молодой человек, однако вы его всерьез не воспринимаете, не привязываетесь. Он может подавать себя как очень денежный, надежный или там респектабельный. На самом деле все не так немножко. Он не такой уж богатый, не такой уж щедрый. Поэтому, ну вот у вас идут такие знакомства. На чем вы успокоитесь? То есть вас вот на чем успокоитесь? Тройка чаш. Ты смотри, смотрите, третий расклад. У вас будет большой выбор. Но это все будут новые люди. Скорее всего, также вы можете победить, ну, то есть прийти в какую-то пару и разбить эту пару. Потому что, ну, скорее всего, что эта пара уже давно уже распалась, как бы. Осталась только видимость. Ну, давай, то есть победа. Плюс это тусовки, это встречи, это светские какие-то контакты, где вы будете вовлечены, будете в центре внимания, блистать своим остроумием, блистать. То есть вы очень эмоционально там подпитываетесь, то есть у вас очень интересно, вы в центре внимания будете. Ну, давайте так. У вас что можно сказать про ваши денежные дела? Перевернутая сила. Бросили на самотек, возможно, не придаете значения. Или работаете без усилий, не концентрируйтесь на финансах. Ну, что же как бы лето показать? Что чем это? Восьмерка Пентакли. Нет, ну, у вас будут деньги, вам будут подкидывать, это скорее сдельщина, это как какое-то участие. Причем чаще всего это создаются какие-то материальные ценности, могут быть по восьмерке, ну, это сдельщина, поработали, бросили, поэтому без усилий. Что можно сказать про ваше окружение, друзей? Ого, мир, у вас новые друзья, у вас могут быть международные поездки, у вас узнает весь мир, можно и так сказать. Много направлений, с разных сторон вас люди узнают. Вот тут расширение влияния. Чего? Чем? Какой карта итог? Так. Король мечей тут вам встречается. Значит, еще и какое-то внимание мужчины непростого. Я бы сказала, опасного с его мечом, с его умением собирать информацию, во все вникать. Такой, в общем, может появиться на вашем горизонте. Такой парень очень активный. Ну, давайте посмотрим, что касается ваших идей, вашего мира, скажем, духовного. Семерка Пентакли. Ну, у вас исключительно вот такие созидательные союзы идут. Друзья. Новая какая-то тусовка. Вы планируете, причем у вас сразу идут даже деньги, можно сказать, от ваших талантов, от ваших каких-то планов. Что можно еще? О, ух ты. Что вы обретаете какого-то императора. Это может быть покровитель, пожилой человек, ваши таланты, любые ваши таланты. То есть тут может быть и ваша проницательность, и может быть вы
финансовые таланты там может проявиться, художественные. И можно посмотреть, потому что семерка Пентаклей, скорее всего, это все-таки умение создавать новые какие-то идеи, находить единомышленников, развивать с ними отношения, создавать команду и император. То есть у вас тут, ну, среди самой крупной тут карты мир. Что у нас со старшими арканами? И император. Вот как. Покровитель какой-то вас ждет. Ну что? Что еще позитивное? Какое самое... Ну вообще, по идее, ваше позитивное событие. Что для вас это будет? Ну и почувствуйте, что вы новой жизнью живете. Вот вы как-то медленно, не одноразово, не одномоментно, но вы очутились в новой какой-то истории своей жизни. Причем я бы сказала, что император и мир. Покровительство со стороны, и так тоже карта старшего аркана. Старший аркан, помню, более сильно определяет ситуацию. Новая жизнь связана с тем, что вы, у вас покровитель появился. Пожилой, может быть, это ваш родственник, может быть, это даже в каком-то смысле наследник. Но вы с этого начинаете какое-то сотрудничество, и у вас, вы чувствуете, что вы в новом потоке. И вы чувствуете себя спокойно, благодаря этому новому потоку. Да, тут много событий. Я говорю, что в первую очередь тройка кубков, как одно из самых позитивных карт в этом раскладе, где вы можете блистать. Вот он, туз мечей. Что за изменения? Изменения, связанные с тем, что вы входите в новое окружение. Возможно, что это также будет либо переезд, либо смена вашего окружения в пользу тех, кто... Ну вот, император, его окружение, какие-то далекие страны, новая жизнь. Можно на том и том же месте просто окружать себя и общаться с разными, с другими уже людьми по новой. Тут что тут? Да. И это все в основном тут больше всего. Больше всего тут кубков я заметила. И тузы, то есть тут все благодаря вашим, что ли, таланту идти на компромиссы, уметь влиять на людей. Ну и плюс карта императора тоже так, как говорят, да, по судьбе вам. Вот он послан, и вы, этот отчет пойдет с конца лета. С вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения с заплатными услугами под этим видео.